сегодня я нахожусь прямо в центре Гамбурга, между Рибербаном и районом Штейншанзе. Я начинаю вам сегодня рассказывать про бункеры Гамбурга. Это отдельная история. За время войны в Гамбурге было построено более 1000 бункеров. Они были построены силами работников принудительного труда, а также за счет военнопленных. Это самый главный центральный бункер, зенитный бункер. Рассчитан он был на 25 тысяч жителей, которые могли в нем укрыться. В 2000-х годах здесь уже прорубили окна, а стены данного бункера порядка 3-4 метров. Чтобы снести такой бункер, требуется очень-очень много денег. До 90-х годов данный бункер простоял нетронутым. Власти города не знали, что с ним делать. Тогдашний мэр, прежний мэр Гамбурга в 90-х годах заявил, что надо этот бункер снести, потому что он является серым пятном. Но жители воспротивились такому решению мэра, потому что это стоило очень многих инвестиций. Мэр не пошел против своих жителей. В конце 90-х, начале 2000-х годов здесь начали располагаться различные редакции. В Гамбурге было построено два таких огромных зенитных бункера, которые должны были защищать Гамбург от налетов британской авиации. Энергетический бункер. Умельцы переделали этот бункер в энергетический. Что именно они сделали? Установили солнечные батареи. Также в бункере присутствует котельная, где сжигают метан. Согласно заявлениям, этот энергетический бункер в состоянии отапливать до 1500 домов в окрестности. Как известно, бункеры должны находиться под землей, но вот в Гамбурге строили надземные бункеры. На самом деле они настолько прочные, что даже когда британцы вошли в Гамбург и начали зачистки, то они пытались взорвать этот бункер, но у них ничего не получилось. Изнутри они заложили много взрывчатки и смогли только внутренние строения бункера разрушить. Сам бункер устоял. По периметру платформы установлены информационные стенды. На данном стенде рассказывается про то, как притеснялись сначала евреи, проживающие в данном районе. Соответственно, было условлено, чтобы у них ничего не покупалось. Таким образом, их притесняли изначально. Потом гонения были. Ну и также, конечно же, притеснялись синти, рома. Чем был обусловлен выбор места для постройки данного бункера во время войны, это то, что здесь в непосредственной близости находится порт. Мы видим снимок, сделанный с высоты американскими военными 6 июня 1945 года. И вот так вот выглядел Гамбург в 1945 году. Вот, куда я, возможно, пальцем показываю. Там вот, где кран стоит, вот как раз-таки центральный бункер, который вмещал 25 тысяч человек. Сейчас его также модернизируют. На сегодняшний день данный бункер, как мы видим, преобразуют. На нем надстраивают этажи различные, где будут располагаться кафе, террасы. Сверху бункера хотят его озеленить, облагородить, покрыть зеленью, но чтобы не было вот этого серого пятна. Снизу можно наблюдать уже плющ, который начинает разрастаться по стенам. Бункер есть. Стены для пролазания. По лестнице можно подниматься на самый верх, и везде на каждом этаже находится различные фирмы.
Подниматься можно прям до самого упора, то есть как вы видите. Да, и сейчас мы проходим под солнечными батареями. Данная солнечная установка может вырабатывать до 750 киловатт и является самой большой в Германии. Ну да, наверное, порядка 30-35 высота данного бункера. В данном бункере могло укрываться до 15 тысяч людей. Shut up and sit down. Бункеры Гамбурга используются в совершенно разных целях. Находимся уже в таком альтернативном районе, который находится недалеко от медийного бункера, который в свое время, во время войны, использовался для убежища жителей. Сегодня этот бункер представляет для граффитчиков стену, и граффити на самом деле представляет здесь ценность, как искусство. Сегодня здесь также чувствуется запах аэрозоля. Сейчас я спросил у граффитчиков, можно ли снимать, не помешаю ли я им. Они сказали, что можно. Вот здесь имеются различные граффити, имеются теги. По существу это называется Hall of Fame, то есть зал славы. И здесь можно себя реализовывать. Также имеются для тех, кто увлекается скалолазанием, приспособы различные для того, чтобы подниматься наверх. Ну вот, на данном примере, да, мы можем рассмотреть, как бывший бункер используется в современном альтернативном районе, где молодежь представляет собой левое движение, можно сказать так. Другой тип бункеров был округлой формы, и назывались они «Цомбик бункер». Наименование данных бункеров соответствовало фамилии архитектора, которого звали Пауль Цомбик. С 39 по 41 года в районе основных станций метро Гамбурга были построены вот такие бункеры. Они были выполнены из бетона, и некоторые из них были обложены кирпичом. Английские королевские ВВС часто налетали на Гамбург. В результате этого в Гамбурге у станции метро, у основных станций метро были построены вот такие бункеры, которые рассчитывались на 600 человек, но на самом деле в них укрывалось более 1000 людей. Эти бункеры были рассчитаны для краткосрочного пребывания. Здесь мы можем наблюдать витрину, которая посвящена истории Гамбурга, точнее району Бармбек. В Гамбурге было построено 11 подобных бомбоубежищ, рассчитанных на 600 человек. Один из бункеров, который находится в районе Вансбек, сегодня переоборудован. Данный бункер перестраивают под жилые помещения. Можно наблюдать, что фасад будет застекленным. Вопрос возникает, как там будет со связью, потому что в музыкальном бункере связи вообще нету. Один из бункеров в Гамбурге приспособлен под музыкальные репетиции. Как мы видим, здесь он не очень большой по вместимости. Окон нету. Есть одна дверь, возможно, еще какая-то запасная имеется. Вот придумываются различные решения для бункеров, которые стоят пустую, занимают в городе место. И в Гамбурге проблемы с жильем. Люди не могут зачастую найти жилье, так как в больших городах большой прирост населения. Поэтому немцы пытаются искать более экономичные пути. И вот подобные бункеры будут переконструированы в ближайшее время под жилые помещения. Ну вот будет 5 этажей в данном бункере.